Большой педсовет в преддверии нового учебного года. В Иванове прошла традиционная августовская конференция работников образования. Обсудили итоги прошлого года и задачи на будущий. Однако в центре внимания общественности пост мэра Владимира Шарыпова, выложенный в одной из соцсетей. Глава областного центра пояснил, что теперь ивановские школьники будут учиться по-новому. В старшем звене предполагается адаптация программы под нужды учащихся. Обязательных предметов вместо 15 станет 9. И еще несколько предметов ученику нужно будет взять для углубленного изучения. В пилотном режиме по такому принципу будут обучаться старшеклассники 22, 33, 61, 62 и 66 школ. Руководство областного департамента образования подчеркивает, что идея профильного обучения не нова. Около 50% ребят на старшей ступени учатся в профильных классах. Второе нововведение касается дополнительного иностранного языка. Он появится примерно в четверти школ Ивановской области. Этот процесс во всех школах идет поэтапно. Поэтому требование введения второго языка, что активно и обсуждалось, и обсуждается, оно на сегодня в стандартах имеется, но по согласованию с Министерством просвещения имеет возможность введения, как я уже сказала, его поэтапного изучения второго иностранного языка.